Уилчер бросает из-за боковой. Мухаммед Шен поборолся в воздухе. Но сейчас, конечно, Динамо будет преимущество игровое, потому что разозлены совершенно явно футболисты Динамо. Главное за нервами своими следить, чтобы еще какие-то проблемы это не вылилось. Вал Джуджик подает. Удар головой! Кокорин! Кокорин! 2-1 в пользу Динамо! Что за парень вырос? Потрясающий удар! Он просто вонзил этот мяч в ворота! Браво, браво, атака Динамо. Подача Джуджика и гол Кокорина. Пятый в сезоне, дубль сегодня. Разыгрался форвард Динамо. Отлично. Очень быстро Динамо вернуло себе лидерство в этом матче. Посмотрите, какой прыжок. Ну просто... как будто данк в баскетболе собрался делать. Александр Кокорин вылетел чуть ли не на метр вверх. И вообще там никаких шансов не было у центральных защитников Мордовии. Алексей Молдаров и Павел Степанец просто как статисты наблюдали за этим эпизодом. Дана Петровского удалят, мне кажется, сегодня.